Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами наконец-таки выберем победителя прокачки аккаунта, ну и конечно же прокачаем ему аккаунт, ребятки. В принципе, если вы не выиграете, ребят, не расстраивайтесь, потому что в этом ролике я снова же запускаю по старой доброй традиции опять розыгрыш прокачки аккаунта. И для участия вам нужно всего лишь что? Поставить лайк, быть подписанным. И оставить обязательно комментарий, где вы обязательно укажете свой игровой ID. Почему нужен игровой ID? Да потому что если вы выиграете, я вам кину приглас, друзья, и вы должны будете его принять в течение 24 часов. Ну, если вы его не примете в течение 24 часов, этот приглас, да, вот мой аккаунт, ребят, пожалуйста, не ведитесь на мошенников. Я не пишу никому в ЛС, я не пишу в Директ, никуда не пишу. Я просто кидаю приглас, друзья, если вы выиграете. И все. Все, больше ничего не делаю. Ну и делаю анонс в Телеграме, да. Вот сейчас мы выберем, я тоже сделаю анонс в Телеграме, что вот выбрали победителя. Поэтому, ребят, пожалуйста, не верьте мошенникам. Просто проверяйте именно приглас. И если есть от меня приглас, вот у меня партнер PUBG, у меня 14 лямов популярности. Все вы видите прекрасно, я не скрываю свой ID, он везде есть. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. И да, кстати. Здесь-то мы с вами запускаем розыгрыш прокачки. Но, ребят, я позавчера запустил просто мега розыгрыш в честь 400к подписчиков. И, к сожалению, YouTube не продвигал вообще этот видос, уведомления не отправлялись, поэтому он, к сожалению, не был, ну, просто не был вам рекомендован, и, возможно, вы его пропустили. А там, чтобы вы понимали, розыгрыш целых 28 штучек внешек. Да, ребят, лицо 4 сезона, 28 штук я разыгрываю вместе с Shadow. Поэтому, ребят, просто переходите по ссылке, вот первая ссылочка в описании, вот там написано «Розыгрыш 28 внешек». Переходите, выполняйте условия и участвуйте, потому что это для вас, ребят, сделано в знак благодарности за вашу поддержку. И результаты будут уже на этой неделе, уже на этой неделе, поэтому успейте все выполнить. Расскажите друзьям, знакомым, коллегам, всем, почему нет, выиграет друг, он получит ЮЦшки, не захочет внешку, потратит на что он захочет. Потому что призму скинем именно 1200 ЮЦшек на его аккаунт. Поэтому, ребят, переходите, обязательно участвуйте, потому что это сделано, конечно же, для вас в знак благодарности за вашу поддержку. Ну и здесь тоже не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить коммент, потому что таким образом вы будете участвовать тоже в розыгрыше, а именно в розыгрыше прокачки аккаунта. Ну а прямо сейчас мы с вами перешли на тот самый сайт, где я всегда выбираю победителей, ребят. Вот то самое видео, мифическая прокачка аккаунта. У нас, как видите, участников всего лишь 8000, ребят. Ну, потому что 8400 лайков, да. А именно для участия нужна подписка, нужен лайк и нужен, конечно же, комментарий, где вы обязательно укажете свой игровой ID. Обязательно. В общем, 8400 участников, шансы, конечно же, у всех достаточно велики. Загружается очень долго. Очень долго загружается этот сайт, почему-то долго работает. Давай. О, пошел, хорошо. Окей. Ну давай уже. Все, погнали. Давайте выбирать победителя. Долго загружалось. Полетели. Выбрать случайный комментарий. Стич, участвую. Ну окей, давай посмотрим, Стич, если у тебя открыты каналы и ты подписан на меня. Но каналы вроде бы открыты, да? Или нет? А, да, открыты. Окей. Так. О, Маломадрас есть, вижу. Он топ, Ветрил, Бомж Донатер. О, вот и я. Все, красавчик, поздравляю. Погнали кидать ему приглас в игре. Так, ну что ж, мы с вами зашли в игру. Заходим сюда, пишем его айдишку. Так. 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 И вот так. Вроде бы правильно. Да, вот Стич, окей. Так, ну и давайте кинем приглас. Ну, в принципе, смотрите, костюм ранговый у него. Да и по скинам что-то вижу не очень. Так что, я думаю, прокачка ему вообще не помешает, ребят. Интересно, давно он играет? Ну-ка, давайте чекнем. О, второй сезон. Не, ребят, здесь точно нужна прокачка парнишки. Играя со второго сезона, и, в принципе, вы сами все видите. Окей, давайте кинем ему приглас. И, в принципе, ждем 20... А я не так хотел. Не так. Каждый раз забываю, что нужно здесь писать. Давайте еще раз запишем. Секундочку, ребят. Так, пишем его ID. Так, так, окей. И кидаем приглас и пишем в сообщении. Я всегда так делаю. Не нажимается еще. Так, привет. Привет. Ты выиграл прокачку. Не чемпионат, а прокачку. Окей. Все, отправляем и ждем. У парнишки ровно 24 часа, чтобы принять мой приглас. Я анонс телеги сделал уже, поэтому ждем.
Так, ну что ж, ребятки, парнишка принял приглас. Вот он, где он? Вот он, Стич, ребятки. Давайте его пригласим. И с ним, в принципе, пообщаемся. Ну, он вроде же онлайн, чё. О, есть контакт. Так, алло. Алло. Алло, алло. Приветствую, приветствую. Слышно меня? О, да, привет, привет. Меня слышно? Здравствуй, здравствуй. Здорово. Здравствуй, да, слышно, хорошо. Ну что ж, ну ты понял, да, почему я тебя добавил друзья? Поздравляю тебя, конечно же, с выигрышем. В принципе, я смотрел именно, что твоему аккаунту прокачка не помешает. У тебя я видел там только скин из РП, ранговый мифик, в принципе. Ну, сейчас мы с вами рассмотрим, ребят, более детально, что у него там интересного. Но все же, как ты узнал, там, пост телеги, где ты узнал? Или просто зашел, увидел, что именно выиграл? Я, в общем, вчера домой возвращался с работы. Ну и по пути, как обычно, телеграм чекаю, смотрю, у тебя, ну, запись появилась, вот пост. О том, что ты уже выбрал на прокачку аккаунта. Ну, я как бы подумал, ну, классно, да. Домой уже все, приехал, и как бы вот эти вот все вечерние мероприятия, все дела. Ну и перед сном решил, ну, как обычно, выйти, там, пару матчей сыграть. Ну и смотрю, колокольчик. Они меня обычно вообще раздражают, колокольчики. Да не только колокольчики, и точки вот эти на экране меня тоже бесят. Да, да, да. Либо отклонить, либо принять. Ну, я, знаешь, когда после работы голова уже забита. Вообще уже конкретно ты, ну, так соображаешь, мало-мало уже. Ну, я смотрю, как бы, а, там, ну, что-то Dream Pub, что-то, пока игра-то загружалась, я что-то отошел. И вот пока шел, у меня, короче, вот все звезды... Пазл сложился? Именно мой аккаунт, да, попал. Ну и все, я сразу принял заявку, это написал. Ну все, поздравляю, красавчик. Ну что, есть какие-то пожелания? Если есть, скажи их, чтобы я понимал, на что тебе интересно, чтобы я крутил. Я как бы планирую золотой костюм крутить, но хотелось бы узнать именно, что ты, может, у тебя какие-то другие приоритеты есть. Да, вот хотелось бы как раз, да, золотой костюм. Окей. И если повезет, то, наверное, калашик. Ну, в принципе, стандартная схема, окей. Наверное, короче, калашик. Будем крутить, значит, сначала золотой. Если он дропнется или получится его забрать по бесплатнее, подешевле, тогда еще крутанем и калашик, правильно? Да, ну если с калашом срастется, можно еще и питомца вот этих медведей. Ага. Ну там кошака можно, в принципе, или собаку выбить максимально быстро. Она мне падала там, да, со второй кошака, десятки. Окей, хорошо. Ну, в принципе, все понятно. Да. Ты рад вообще? Я что-то не чувствую эмоции радости. Или уже прошел этот момент эйфории, ну, со вчерашнего? Конечно, я рад. Конечно. Хорошо, ну окей, давай сейчас мы с тобой за кадром договоримся, как я зайду на твой аккаунт, закину там юцешки и так далее, а уже далее будет на само собой сама прокачка. Ребят, вот видите, да, простой пример. Я ему не писал в ЛС, я ему не писал в Директ, я ему просто кинул приглас друзья. Он его принял, и тогда он стал победителем. Все, пожалуйста, не верьте мошенникам, миллиардный раз вас прошу, не верьте мошенникам. Сорян, просто горит уже, я уже не знаю, сколько миллиардов постов нужно делать, все равно люди, к сожалению, ведутся почему-то. Окей, все, погнали. Так, ну что ж, ребятки, вот мы с вами зашли на аккаунт победителя. Вот видите, ЮЦшки на аккаунт прилетели. В принципе, давайте посмотрим, что же у него тут есть из интересного. Так, ну это ранговый мифик, понятно, РП-РП. Этот мифик, прикольный мифик. Прикольный мифик, стальной у нас, как называется он, солдат, да? Да, стальной солдат. Его можно было, если вы помните, из ящика припасов вроде бы выбивать. Еще на США у нас были события, давно можно было получить. Ну, потому что он сказал, что он не донатил, наверное, именно оттуда. А, ну смотрите, есть еще у него мифики из рулеточки, да. И все, в принципе, только такие мифики. То есть он в аккаунт вообще не донатил. Охотница, это дается у нас за достижение, если не ошибаюсь, именно уникальная судьба. А дальше, в принципе, у него РПшные мифики и легендарки тоже РПшные. Больше ничего интересного нету. Шлема стандартные, легендарочки у нас все тут, да, в принципе, снова же РПшные. Головные уборы, смотрите, у него есть тут есть пиратский головной убор, прикольный, мифик, шапка 7 морей, прикольно.
В принципе, вот головной убор для солдата, да. И дальше идут опять РПшечные. А, вот смотрите, еще есть такая масочка. Ну, в принципе, есть пару интересных вещей. Это у нас было в премиум кейсе, если вы помните, да. Он сказал, что он вообще в игру не донатил. Он играет именно, чтобы вы понимали, ребят, с самого начала, как мы с вами смотрели, да, со второго сезона. Вот, и он сказал, что вообще после шестого сезона ему там друг закинул, короче, у них спор какой-то был. То есть он до шестого сезона вообще не донатил, никогда. А РПшка у него появилась им только шестого сезона. И все, больше как бы, в принципе, здесь ничего такого другого нету. Ну, давайте посмотрим, что, может, есть еще что-то интересное, эксклюзивное. Так, маски, очечки. О, смотрите-ка, вот, видите, тогда можно было еще получать маску гепарда при донате. Вот она, в принципе, эксклюзивная, по факту. Ее еще разработчики не возвращали в игру, и не было шанса ее забирать. Так, рюкзачок, смотрите, есть блестяшка. Хорош, хорош. Не, есть эксклюзивные хорошие вещички у него. А так больше ничего интересного, да? Ну, давайте оденем вот этот вот костюмчик, вот так будет получше. Так, и что у него еще есть? Оружие, давайте посмотрим. Калаши. Все РПшные, смотрите, и есть именно два, которые падают из кейсов. Окей. Дальше берста. РПшные и также именно, которые падают из кейсов или рулеток. Ну, в принципе, стандартный набор, ребят. Если бы я не донатил, у меня вот такие же скины были бы, потому что, ну, это дропается, да. Если ты играешь 4 года, как ни крути, почти без доната, вот скины у него имеются. Гроза. Ну, я бы сказал без доната, потому что ему вообще друг закинул на РП. В принципе, он играет именно без доната. Кюбазетка, окей. Берильчик. Мутант. И даже на джишку у него есть именно скины. Окей. Что по снайпам? Корячок. Стандартный, вот РПшный, вы видите, да? И это у нас было в кейсике, если не ошибаюсь, да? Да, это было у нас в кейсике вроде бы. М24. Такая же история. АВМ-ка. Та же самая история. Винчестер. И дробаш. Окей. Ой, дробаш, мосинка. Я всегда эту мосинку путаю с другими оружиями, и меня за это гнобят в комментах. Ребят, сорян. Я просто с ней не играю и не различаю ее. Так, ВСС-ка. О, прикольный скинец, кстати, из РП у нас был. Прикольный. Также миник. На миник у него тоже есть скины. Новый же РП-шный, да. МК-шка. СЛР-ка. КБУ. И, в принципе, МК, вот этот, который у нас был именно в РП-хе снова же. Вектор, такая же история. Томпсон, окей, окей, окей. Здесь у нас что есть? На пулемет, снова же РПшные и ранговые. ДПшка, такая же история. И пулемет, который недавно нам давали, да? Так, что у нас еще есть? Пистолеты. Ну, здесь вообще все плохо. Вы сами видите. Так, холодное оружие. Сковородочка. Сковородочек много. Ну, в принципе, у меня их еще больше. Но это все, конечно же, снова же без доната, ребят. И другой арбалет. Окей. По тачкам давайте пройдемся. А то я в прошлый раз делал прокачку. Ребята говорили, а ты не показал тачки, какие есть у него в наличии. У победителя. РП. РПшный УАЗик. Дальше этот УАЗик. О, прикольно, он его выбил. Прикольный у нас УАЗик. Это у нас из коллабы с... А, не, изумрудный панк. Окей, понял. Так, РПшный. И здесь тоже снова же РПшный, как вы видите, да? Здесь пусто. Седан. Так, на даче у него два скина. Снова же РПшные. А на остальные у него ничего, к сожалению, нету. Баги. Есть 5 штучек. На лодочку есть. Прикольно. Прикольный скинчик. И другой это на автобус. Вот смотрите, у него на микроавтобус, несмотря на то, что он не донатит, целых 2 скина. А я, что в последнее время очень много донатил, впервые у меня появился скин на микроавтобус, чтобы вы понимали, где-то полгода назад. Это просто капец. Он мне не падал, не падал. И как добавили вот этот собачка, я его сразу же забрал. О, кстати, ему купончики пришли за пополнение. Так, давайте попробуем забрать что-то, может быть. Так. Так. И все, да? Окей, ну-ка еще возьмем. Ну и в общем, парнишка сказал, что он бы хотел именно, чтобы мы покрутили золотой костюмчик и, конечно же, калаш. Ну, в принципе, я также и планировал, поэтому давайте здесь докрутим. Может быть, мы шлем заберем. Ей, забрали шлем, хорош. Все, огонь.
Первый скинец коллекции имеется. Окей. Кстати, скин неплохой. Ну а теперь погнали, ребятки. Давайте, пожелайте удачи, держите кулачки. Всем желаю вообще удачи в розыгрыше. Участвуйте, ребят, выполняйте условия. Ну а мы начинаем, погнали. Надеюсь, нам будет достаточно тех юцешек, которые здесь на аккаунте, чтобы забрать ему отсюда костюмчик. Если дропнется еще какой-то скин, конечно же, будем максимально рады и благодарны этой рулетке. Но хотелось бы, конечно же, увидеть опачки. И сразу же мифический парашют. Ну, если честно, такой себе. Хотелось бы золотой костюмчик. Поэтому, пожалуйста, давайте нам вот эти самоцветы. Сам костюм я так и не увидел никогда, чтобы он падал, к сожалению. Но, может быть, на аккаунте, где никогда не донатилось, будет такая удача. Кто его знает, посмотрим. Главное, чтобы эта удача не была потрачена на мифический парашют, который нам дропнулся. Что это было бы максимально обидно. Еще ни одного самоцвета нам не дропнулось, это плохо. Это очень плохо. Ну давай. Так, давайте сейчас за 10 крутанем. А что-то мы не крутанули за 10 юцешек. Угу, я вас понял. Ну что, мы можем забрать премиум кейс отсюда. А также можем забрать с вами рамочку. Вот будет у него топовая рамочка. Окей. Погнали дальше. Ну давай. Как вы думаете, есть вообще шанс, чтобы дропнулся у меня хоть раз этот золотой костюм? Просто даже самоцветы не падают, а мы уже потратили, считайте, третью часть. Которые были закинуты для прокачки. Ну давай. Даже самоцвет не падает, это максимально обидно. Ну он сейчас дропнется по гаранту, но такое себе, если честно. Вот он и дропнулся по гаранту. Ну, повторюсь, это такое себе. Окей, погнали дальше. Чувствую, мы с вами до калаша не дойдем. К сожалению. Но я надеялся на новом аккаунте. Ой, на аккаунте, именно на old аккаунте будет дропаться, но... Не знаю, давайте перезайдем, что ли. Может, одеть что-то бомжатское? Давайте оденем что-то максимально бомжатское, не знаю. Может, это поможет, кто его знает. Так, что здесь есть? Все максимально, вот. И маску давайте уберем тоже, вот эту уберем вот так. И вообще Карла надо было бы убрать, но ладно, уже погнали. Полетели. Шлем мифический. Слушайте, сработало. Мы ему уже два шлема забрали. Один легендарный оттуда, и вот мифический шлем. Мифический шлем, мифический парашют. В принципе, я вам скажу, ребят, за вот этот вот донат, вот такой вот дроп, это очень даже неплохо. Еще и висюльку прикольную забрали ему. Потому что я крутил, и мне из мификов упал только шлем вроде бы, да? Если не ошибаюсь. И даже ничего не падало. Вот я даже не помню. Я помню, что я костюм покупал. Так, ну юцешки тают на глазах, а у нас, к сожалению, никаких изменений. Так, давайте сделаем так. Заменим вот так. Вот так пусть будет. Может быть, мужику с бородой лучше насыпет рулетка. Ну-ка. Погнали. Ну давай, хоть раз покажи мне золотой костюм. Я очень сильно хотел бы увидеть, именно как дропается золотой костюм. И самое обидное, что, как видите, даже самоцветы не дропаются, ребят. То есть, когда я крутил у себя, мне падали самоцвет. У нас еще 5 десяток, получается, есть. Но это максимально мало. С таким везением. Так, ну отсюда мы заберем самоцвет, окей. Так, ну у нас 2 самоцвета есть. Но это очень мало. Это очень мало. Почему не падают самоцветы? Ну давай. Давай что-то годное.
Шлем и парашют, конечно, хорошо. Но самоцвет было бы лучше. Можно, пожалуйста, самоцвет? Алло, игра. Ты что творишь? Ну, это опять гарантированный самоцвет. Так, у нас три самоцвета. И, в принципе, это получается последняя десятка, да? Ну давай! Ну давай! Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну что, давайте я еще докину ему на один прокрутик, ребят. Ну как бы это, ну максимально обидно, что ничего не дропнулось. Так, сколько нам не хватает-то тут? 540 нужно, значит, 100 с чем-то, да? Ну давайте вот закинем ему еще на один прокрутик. Может быть, с последнего прокрута нам повезет, и мы сможем как бы прокачать аккаунт все-таки до конца парнишки. Так, ЕЦ-шки прилетели. Почему-то Мидас там чуть-чуть тупанул. Ну давайте. Последний прокрутик. Может быть, повезет и что-то годное дропнется. Ну давай, давай, давай. Я верю в тебя, пожалуйста. Нет. К сожалению, нет, ребятки. Так, ну у него есть, в принципе, три вот этих самоцвета. Он может их потратить, как он сам захочет. Захочет эмоцию, там, и рюкзак, к примеру, да, или М24, и головной убор. Я думаю, лучше он сам это решит. Давайте мы не будем, как говорится, решать за него, да. Но, в принципе, с одной стороны, годно. Нам упал шлем мифический. Нам упал парашют. Где он там, парашют? Парашют тоже мифический. А также, что у нас еще там есть? А, висюлечка, да? Окей. В принципе, я бы сказал, что неплохо, ребят, но такое. Короче, ребят, я с ним поговорил, и, в принципе, он сделал максимально правильный выбор, по моему мнению, потому что я тоже себе отсюда очень сильно хотел скин на М24, я его забрал, и он тоже сказал, конечно же, М24. Так что что? Мы забираем ему еще и М24, ребят. И получается, мы ему забрали три мифика: шлем, парашют и еще топовую М24. В принципе, я могу сказать, что, ну, прокачка удалась, ребят. Не знаю, напишите свое мнение. Три мифика, я думаю, это максимально годно за такую именно сумму. Я имею в виду за 8000 ЮЦ-шек, да. Поэтому всем я, в принципе, желаю удачи, ребят, в прокачке. Участвуйте, почему нет, может быть, именно вы выиграете. Я думаю, лишние три мифика на аккаунте никогда не будут. Поэтому всем желаю удачи. Также, ребят, не забывайте про, конечно же, розыгрыш 28 лиц 4 сезона. Всем желаю удачи. Обязательно переходите по ссылке в описании, участвуйте. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, берегите своих близких. Не болейте. С вами был Дрим. Всем топ-1.